На улице Островского сейчас меняют тротуарную плитку. Брусчатку меняют на более качественную. За ремонтными бригадами следят общественники. Плитка у нас будет новая. Плитка будет ровно уложена. И самое главное, она будет гораздо качественнее и красивее той, которая была. И сроки реализации программы короткие, поэтому нам нужно, скажем так, набраться даже не терпения, а просто подождать. Немножко подождать, я думаю, в течение какого-то короткого времени мы получим качественную улицу Островского. Ремонт дорожного полотна на Островского начнется через 2 недели. К этому времени рабочие закончат укладывать асфальт на улице Конституции. Огороженные участки на одной из основных трасс центра, конечно, вызывают неудобства и пусть небольшие, но заторы. Поэтому сроки ремонтным бригадам поставлены жесткие и не в ущерб качеству. Новое покрытие более прочное и рассчитано на улице с большим потоком транспорта. В данный момент ремонтные работы проходят во всех районах города Сочи. Что касается центрального района, то уже произведен ремонт улицы Несебрской, ведется ремонт улицы Конституции, ведется ремонт улицы Островского. В Лазаревском районе выполняются работы по улице Победы и улице Глинки. В Хостинском районе произведен ремонт улицы 50 лет СССР. В Адлерском районе выполняется ремонт по улице Очишковской и улице Защитников Кавказа. В целом на ремонт дорог в Сочи в рамках нацпроекта выделено 840 миллионов. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение 6 лет.